В рамках Единого дня здоровья, Всемирный день некурения, профилактика онкологических заболеваний с 14 по 17 ноября 2016 года на территории Гомельской области проводится республиканская антитабачная информационно-образовательная акция. С 14 по 17 ноября на базе отдела общественного здоровья организована и работает прямая линия со специалистами-валеологами по телефону 33 76 79 с 10 до 12 часов.